Кентау қаласында белгілі журналист Светлана Утенованы еске алуға арналған 5-ші республикалық турнир өтті. Ұлттық каратэ до Шотокан федерациясы ұйымдастырған сайыста еліміздің 100-ден аса спортшысы бақ сынады. Светлана Утенованың Кентау қаласының өркендеуіне қосқан үлесі мол. Оның ішінде спорт саласының нағыз жанашыры бола білді. Турнирдің ашылу салтанатына келген замандастары да өз естеліктерімен бөлісті. Қазақстанның ұлттық каратэді Шотокан федерациясының қолдауымен бұл республикалық турнир 5-ші рет өткізіліп отыр. Жыл санап жарыстың деңгейі артып келеді. Кезекті турнирге биыл жалпы саны 130-ға жуық жас спортшы қатысуда. Белгілі журналист Светлана Утенова кезінде Кентаудың спорт саласын насихаттап, тұрғындарды салауатты өмір салтын ұстануға үндеген. Тиісінше кейін ұрпақтың қызығушылығы артып, жалынды жастардың қатары көбейіпті. Сегодня в Кентау у нас республиканский турнир памяти Светланы Утенова, журналист, ваш коллега. Бессменно работала на Кентауши Власы, много лет отработала в газете «Айгак». Сегодня хочу выразить благодарность вашему руководителю Дулату Абишу, депутату областного маслихата Туркестанской области, за оказанную помощь в съемках. Хочу вам пожелать также творческих успехов. Сегодня у нас собрано более 130 спортсменов с Кызылорды, Шымкента и Туркестанская область. Представлена Мақтааралом у нас, Ордабасинский район и город Кентау. Программа у нас включает два вида – кумите личное, кумите кота. Возраст от 6 до 15 лет колеблется. Участвуя в этих соревнованиях, конечно, получает хороший опыт. Потому что тренировка есть тренировка, но итог тренировки – любое это соревнование. Восточная мудрость говорит о том, что сколько ни гори халва, во рту слаще не станет. Поэтому итог тренировок – это соревнование. Когда халаса, обязательно они получат какой-то опыт. Кто-то сегодня первый раз участвовал, проиграл, ничего страшного, но он зато переборол себя, вышел на татами. Когда халаса, победы будут впереди. Республикалық турнирдің ашылу салтанатына Светлана Утенованың туыстары, замандас достары қатысты. Олар өз естеліктермен бөлісіп, жарысқа қатысушыларға сәттілік тіледі. Сондай-ақ, бұл күні оларға турнирдің естелік медальдары тапсырылды. Светлану Махамбаевну знаю очень давно, с юношеских пор, когда училась в техникуме. Она пришла у нас молодым специалистом, пришла историком. Потом ее жизнь связалась с журналистикой. И всю жизнь она была в гуще событий, всегда была радостная, всегда была на подъеме, была оптимизмом во всем. Ее интересовало абсолютно в жизни все. И горы, и спорт, и сад, и огород, и школа. Господи, сколько у нее только не было увлечений. И самое главное, она умела всегда ладить с людьми. Поэтому, когда света не стало, конечно, погас лучик ее света. И я думаю, что ангелы сверху смотрят, благословляют не только ее, благословляют и мужа, и родственника, и детей, и ее любимого сына Глеба, и внучку ее драгоценнейшую, которую она, так сказать, не смогла вот уже донянчиться, да. Поэтому о ней только светлая и добрая память. Мы, как коллеги, очень дружили. Вот. Она была очень ярким журналистом. Ее материалы ждали все жители нашего города. Вот. Практически вся ее трудовая деятельность связана с городом Кентау. Ну, она на несколько лет уезжала в Шымкент. Ну, а так вся ее жизнь проходила здесь. И видите, сколько народу собралось, светлой ее памяти. Говорят, мертвые живы до тех пор, пока жива память о них. Значит, Светлана живая. Бұл спорт түрі жасөспірімдерді нағыз қайсарлыққа, тәртіпке және шапшаңдыққа бейімдейді. Турнирге қатысушылар екі кезең бойынша өзара мықтыларын анықтады. Женгпаздарға тиісінше арнайы марапаттар мен медальдар тапсырылды. Жомарт Бегімбет, Бегасыл Ералы, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.